Ирина может снимать видео в любом месте, будь то дом, метро или такси, а героем ее скетчей в социальных сетях может стать любой встречный человек. Ирина Горбачева – лауреат первого Забайкальского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Компенсация», номинант премии «Золотая маска» 2016 за лучшую женскую роль в спектакле «Сон в летнюю ночь». На встрече она впечатлила многих своим примером. И всегда будут люди, которые вас будут останавливать и говорить, что это ерунда, это фигня, это неинтересно, это не смешно и так далее и тому подобное. То есть самое главное не там, где ты находишься, а тот, кто находится рядом с тобой, кто эти люди. Это должны быть твои единомышленники. Просто потрясающе. Я и мечтать не могла о том, чтобы встретиться с моей самой любимой персоной Инстаграма. Я не знаю, слежу за ее творчеством 3 года уже. Ирина рассказала про детство и творческий путь, про качества, которые ценят в людях, и про любимые книги. Некоторые ребята вместо вопроса просили сфотографироваться или просто обнять любимую актрису.